Perfect. Даже если вы в BMW, какая бы крутая она ни была, какие бы крутые ни были вы обязательно пристегнитесь ремнем безопасности. Тем самым вы убережете свою жизнь. Ведь это BMW, надежная машина и безопасная. Насколько безопасная она была, я думаю, я сейчас вставлю роликом, вы посмотрите. Но как только вы посмотрели, насколько она безопасная, мы будем трогаться. Напоминаю, у нас 530-я, 39-й кузов. Дизель на автомате. Кожа, климат, все дела. Прекрасный автомобиль бизнес-класса. Попробуем, каков он в ходу. В драйв попадаешь безоговорочно. Включается без рывков. И мы поехали. Должен сказать, я впервые за рулем BMW. Поэтому... У нас не работает АБС, руль туговат. Я еще ни разу не ездил на BMW, поэтому это, так сказать, первое ощущение. Знаете, как примерно как потеря девственности. Поверните направо, затем поверните направо. Вот такие вот у нас подсказки, мы их сейчас, наверное, потише сделаем. Трехлитровый дизель, рядная шестерочка от BMW. У сиденьев такая ярко выраженная боковая поддержка, которая прям намекает. Браток, войди побыстрее в поворот. Давай, я могу. Ты знаешь, я могу. Шасси под это заточено. Мотор под это заточен. Да и ты, как только садишься в это кресло, берешь в руки этот бублик. Он, кстати, довольно большого диаметра. Мне кажется, он даже больше, чем в автомобилях Mercedes. Хотя там, в общем, большие колеса. А большие рулевые колеса, как правило. По плохой дороге едет мягенько, плавненько. Слушайте, вы знаете, 39-й кузов, я, честно говоря, воспринимал... Ну, по крайней мере, из тех видео, которые я про него смотрел, что это будет такая прям жесткая, спортивная, заточенная тачка. А на деле я в нее сел, и это прям такой корабль. Он очень упругий, приятно следует за рулем, но руль нельзя назвать коротким, по крайней мере, в этой версии. Он довольно длинный, чем-то напоминает автомобиль Mercedes. Едет так плотненько, но при этом, ну, совсем не жестко. Мягкая, тяжелая машина. Возможно, это заслуга большого трехлитрового мотора. Рядная шестерка, чугунная, тяжелая. Ну и вообще вес автомобиля по техпаспорту, если верить ему, аж 1770 килограмм, что уж никак не мало. Вот. Но в целом едет автомобиль приятно. Это несмотря на то, что пробег конкретно этого экземпляра уже приближается к половине миллиона километров. Представляете, 500 000 километров, а машинка до сих пор едет приятно. Ну вот правда, на сегодняшний день рыночные цены на них... От 5 до 8 тысяч долларов. 5 это практически мертвый экземпляр будет, ну или скажем так, начального уровня. Может быть, люди, которые хотят быстренько избавиться, тоже будут продавать за 5. А машины совсем уже ухоженные, будет стоить что-то около 8. Ну, в среднем рыночная стоимость нормального экземпляра 6,5-7 тысяч долларов. Можно за эти деньги найти. И что вы получите за эти деньги? Весьма приятный автомобиль. Первое впечатление... Мне нравится. Рядная шестерка BMW. Звучит приятно.
BMW никогда не славилась хорошей шумоизоляцией. Ну, в принципе, поймите меня правильно, шумоизоляция премиумного автомобиля всегда была на высоком уровне у BMW. Но по сравнению, например, с теми же Audi или BMW, Audi или Mercedes, у BMW всегда была хуже шумоизоляция моторного отсека. И это не потому, что они не умеют сделать шумоизоляцию моторного отсека, а потому что у них прекрасно настроено звучание двигателя. Это их фишка. Зачем же лишать, скажем так, целевую аудиторию покупателей этого автомобиля того, чего они так любят? Звук рядной шестерки. А ведь в этом автомобиле могло быть целая куча двигателей. Здесь были прекрасные рядные шестерки. Многие говорят, BMW начинается с 6 цилиндров, да? И это правда, это BMW начиналось с 6 цилиндров. Базовая версия была на 2 литра и 150 лошадиных сил. А после рестайлинга 99 или 2000 года, здесь базовая версия считалась мотором 54 на 2,2 литра и 170 лошадей. Несмотря на то, что индекс автомобиля имел тот же, 520, как и раньше. Много версий могло быть на механике, ведь это драйверский автомобиль. Даже 540-я с двигателем 4,4 на без малого 300 лошадиных сил, там 286 было, и то могла быть на механике. На некоторых рынках. В версиях с 6-цилиндровыми моторами спереди была алюминиевая подвеска, в версиях с V8 спереди были чугун. И это интересно, потому что они мотивировали тем, что после 34-го кузова появился алюминий, и многие говорили, это же не так надежно, это дорого, зачем? И они объясняли все очень просто. Ну, ребята, вы хотите управляемость? Легкая подвеска, легкие неподрессоренные массы, вот вам хорошая управляемость. Ну, а на версиях с V8, типа, подождите, ну вы же хотите надежность? Мотор и так тяжелый, вам нужна надежность при таком тяжелом моторе. Поэтому нужны чугунные рычаги. В общем, и там они были молодцы. Итак, попробуем ускориться. Скорость 50, педаль в пол. Кикдаун не сработал. С 2000 подхват так себе. О, на 2,5 она поняла, что я нажал педаль в пол. Ну, видимо, да, полмиллиона километров не прошли даром для этого автомобиля. На торможении легкая вибрация. Что поделаешь? Полмиллиона километров. А как ваш автомобиль выглядит после полмиллиона километров? Я тут недавно катался на... О, а сейчас она прям переключилась. Прям в 4000. Сзади черное облако дыма, правда. Ну, вы знаете, приятно, приятно. Мы вот так вот практически незаметно, а уже слегка превысили разрешенную скорость. Ну, вот это прикольно. Вы знаете, в ней скорость не чувствуется. Вот если едешь на старом Мерседесе, в нем прям чувствуется скорость до мельчайшего километра. Он вроде как скрадывает, мягко, тихо, все хорошо, но скорость в нем ощущается. А в этом автомобиле скорость практически не ощущается. Потому что он рассчитан на большую скорость. Он для этого строился, вы понимаете? В 95-м году появился этот автомобиль. И что вы тогда могли купить за эти деньги? Тогда только-только появился лупатый Mercedes. Была 34-й кузов, признанный эталон управляемости в бизнес-классе. В общем, прекрасные все это были автомобили. Но когда появился этот автомобиль, он произвел фурор. Его хотели все. Даже Джереми Кларксону нравится этот автомобиль. Понимаете, когда появился 60-й кузов, Джереми Кларксон говорил, а еще не появилась М5 в 60-м кузове, он говорил, что это за уродец вообще? Вот предыдущая, 39-я, вот это была BMW для настоящих мужиков. Будем честны с вами, я всегда мечтал о BMW. Все мальчишки всегда, в первую очередь, как только начинают хотеть автомобиль, все начинают хотеть именно BMW. Никто не хочет себе сходу Toyota. Даже не все хотят себе сходу Mercedes. Все хотят себе BMW, какую-нибудь Subaru, какую-нибудь Honda заряженную. Ну, не знаю, на подсознательном уровне. Девчонки тоже хотят BMW. Девчонкам нравится, парням нравится все, что нравится девчонкам. Парни хотят девчонок, замкнутый круг. Хотите девчонок, вам нужна BMW. И я хотел BMW. Я первый раз сейчас еду на BMW, это буквально первые мои километры за рулем BMW. До этого на BMW не ездил никогда в жизни. И я не могу сказать, что мне все нравится. В ней есть некое ощущение драйва, но конкретно этот экземпляр, возможно, уже немножко подуставший. Передняя подвеска вроде как неплохо себя ведет, а вот задняя явно что-то там погрюкивает. Но мне нравится вот эта ее тяжелая монументальность, как она стоит на дороге. Прям приятный руль, у него очень приятные усилия. Все то, о чем я читал в авторевью и прочих автомобильных журналах в детстве, когда у меня еще и прав не было, я даже на «Жигулях» ни разу не ездил, то сейчас езжу и балдею. Ведь действительно, ребята писали об этом еще в 90-х. Приятная управляемость, азартная. А еще всем нравились заносы, дрифт. Ведь BMW многие ассоциируют именно с дрифтом, с хулиганской ездой. Это BMW не про это. Это универсал с 3-литровым дизелем на автомате. Это машина такого солидного бюргера, главы большого семейства. Чтобы увезти что угодно в багажнике,
Рейлинги на крыше я часто видел в Европе, когда там работал. Даже на совершенно новых автомобилях BMW на крыше везли что-то, доски. И это не считается зазорным. Там совершенно другое отношение к автомобилю, нежели у нас. Там-то в порядке вещей. Автомобиль используется по полной, поэтому часто покупают универсалы. Это автомобиль для того, чтобы вот так вот с комфортом развалиться в кресле и ехать на дальнее расстояние. Вот это прям канцлер автобанов, поглотитель километров. Тем более, что по трассе расход у нее будет не такой большой, как по городу, а по городу эта машина на автомате сейчас кушает что-то около 12 литров, что не так уж и мало на сегодняшний день, но, в принципе, большая, довольно динамичная автомобиль на автомате. Как он должен кушать? Так и должен, все в порядке. В общем, наслаждаемся приятным обществом BMW. Везде велюрчик, везде качественная отделка, мультируль. Это просто что-то невероятное. В 95-м году здесь уже была куча кнопочек, автомат. Смотрите, все у нас на таких микролифтах. Каждая пепельница, каждый лючочек здесь. Все открывается с очень приятными усилиями. Подлокотничек. Все прям, все для водителя. Развернутая консоль. Багажник BMW – это такая себе тема, о которой я даже не знаю, что рассказывать. Тут есть удобные ручечки, дверь открывается высоко, багажник большой. Собственно, что еще нужно? А нужно туалетная бумага. Ведь обычно, если вы оказывались в багажнике BMW, особенно черной BMW, вам наверняка было страшно. Но мы не будем напускать туман 90-х. Удобные ниши слева, справа, в подполье, естественно, куча хлама, докатка, ченджер, инструмент. Все как обычно. Все красиво, все по BMW-шному. Очень приятные, качественные материалы. Ничего не грюкает, не тарахтит. Все везде прекрасно. Ну, эта штука вам, конечно, пригодится. А куда без нее? Ведь вы в багажнике BMW. В общем, багажник BMW – это не то, о чем нужно рассказывать. Если вы тут оказались, вам совсем не повезло. И это 90-е. Сейчас тут, конечно, уже людей не возят. Но можно много чего увезти. Багажник большой. Ему лайк, идем дальше. Багажник BMW большой и удобный, и приятный, однако в нем еще есть фишка, которую сейчас только начинают внедрять в последних своих поколениях, ну или в предпоследних, всякие корейцы да японцы. В Prado в 120-м, например, такого еще нет, а в 150-м уже появилось. Фишка, открывая отдельное стекло, вам не нужно открывать весь багажник, можете положить все свои сумочки сверху. Удобно. Посадка на задние места пятерочки BMW. Ручки еще не под естественный хват. Упоры держат в нескольких положениях. Это же Германия, все до сих пор работает. Сверху бархатный уплотнитель, двойной контур уплотнитель здесь, здесь. Порог большой, но приятный. Приятная надпись BMW. Слушайте, в седане тут такая скошенная панелька, и садиться было неудобно некоторым тестировщикам. Но в универсале никаких проблем. Очень толстая, приятная кожа, немецкая. Вы знаете, даже сейчас такое не делают. Сейчас они делают кожу Nappa, говорят, что это даже лучше. На самом деле хуже. Nappa быстренько протирается, особенно от джинс. А это до сих пор целое. Вы посмотрите, какой прекрасный седан. Ой, какой прекрасный универсал. Кожа здесь, ручечки, все материалы подобраны просто великолепно. Пепельница, если вы захотите покурить. Воздуховоды здесь. Приятная обивочка, подсветочка. Подсветочка уже не работает, но есть крючочки, ручечки. Очень жирный такой подлокотник. И места полно. Смотрите, я сел сам за собой. Место еще вагон. В общем,
Для задних мест он тоже неплох, хотя и центральный тоннель здесь большой, широкий и высокий. Но BMW это не про задние места. Вся BMW начинается спереди. Я бы сказал, там она и заканчивается. Итак, посадка автомобиля BMW в 39-м кузове. Дверь широкая, тяжелая. Настоящая BMW. Открывается на 90 градусов практически. Проем большой, удобный. Итак, мы сели. Мы внутри великолепного автомобиля. Когда вы уже уселись и разблокировали руль, чтобы все у вас было везде хорошо. Руль регулируется в двух положениях. Все очень приятно. Можно усесться очень удобно. Кнопочки на руле. Руль кожаный, удобный. Кстати, кожа на руле, несмотря на 500 000 пробега, похоже, еще родная и до конца не протерлась. Интересно, сколько же тогда в том 124-м, на самом деле, где кожа на руле уже протерлась, а на спидометре она только 380. И коробка там уже пинается, а тут еще нет. BMW все-таки делали надежные вещи, а в конце 90-х, начало 2000-х. Все материалы очень приятные. Включается свет, габариты, две ручки, не знаю почему. Ага, тут, наверное, задние, тут передние. Понятно. Ну, как обычно в BMW, битые пиксели, все уже вылетело, не работает. Зато в кармашечках везде велюр, в дверях аж два кармашечка. В общем, удобная, приятная тачка. Какие здесь сиденья? Ребята, эти сиденья регулируются абсолютно во всех направлениях. Эти сиденья в свое время ребята из журнала «Авторевью», а они профессионалы своего дела, называли эталонными. И только сев в них, понимаешь, насколько ребята были правы. Ведь я сидел во многих разных автомобилях. Сидел даже в «Мерседесе» со спортивными креслами «Рекара». Там более навязчивая была боковая поддержка, но так удобно, как в этих креслах, не было. Это действительно спортивное кресло. Очень удобное, очень приятное. Здесь можно ехать долго, можно ехать быстро, можно далеко на автобане. Зарядить на нем 1000 километров, вы не устанете, потому что вся поддержка рассчитана просто великолепно. Конечно, есть зеркальце с подсветкой. Все красиво. Ну, BMW, что сделаешь? Велюровый такой потолочек. Куча ниш здесь. В общем, что рассказывать? Надо ехать. Тоже могло прятаться под капотами BMW в 39-м кузове. А давайте посмотрим. После того, как вы дернули ручку под капотом и слегка поддели его, вылазит крючочек. Ну, по крайней мере, должен вылазить. У нас уже выпадают ноздри. Ну, у машины, наверное, насморк. Ничего, подлечим. Вот он, этот самый крючочек. Да. Смотрите, газовые упоры. Никакой вам тут планочки. Настоящий премиум. Рядная шестерка BMW. Это лучшая эпоха BMW, на мой взгляд. То, что они делали прекрасно. Здесь спрятаны мозги. Все скомпоновано великолепно. Здесь могли быть рядные шестерки дизельные, бензиновые, V8 и замечательный S62, если не ошибаюсь. Мотор на 4,9 литра объемом V8 от BMW M5. 400 лошадиных сил. Конечно, все мальчишки, и я в том числе, мечтали именно о BMW M5 в этом кузове. M5 в этом кузове не могла быть в кузове универсал, хотя в следующем 60-м ее делали в универсале. Но я вам скажу, этого мотора хватает за глаза. 3 литра, 390 ньютонов тяги. Ведь это дизель с турбиной. Работает великолепно, мягенько, тихо, плавненько. Коробка, тандем с коробкой просто великолепен. Кстати, этот тандем двигателя и коробки, только если двигатель был бензиновый, в «Авторевью» опять же называли эталонным. И я понимаю, почему. Едет просто божественно. Она просто угадывает все твои желания. Как ты только двигаешь ногой, она сразу уже подсказывает. Давай, давай, я готова, нажми еще сильней. И рулевое управление тоже подначивает. Ну, давай, давай, братан, посильней на педальку, порезче в поворот. Мы зайдем боком, мы можем. Систему стабилизации отключи, и пойдет красивый дрифт. В общем, вся романтика BMW, она ведь связана не только как бы, ну, со всеми легендами, прошлым, 90-ми. Черный бумер — это не только Серега, который пел «Давай, давай, девчонка, покатаемся с тобой». Мне кажется, он даже слегка пел о самой BMW. Когда за руль садишься BMW, ты понимаешь, что это девчонка. И с ней хочется зажигать. Она прям подначивает. «Давай, братан, нажми сильнее, я могу». В общем, тачка дарит столько положительных эмоций, что когда тебе приходится на сервисе за все это расплачиваться, ты понимаешь, за красивых девушек приходится красиво платить. Ну, что поделаешь. Такова Селеви.
чего бы купить за 5-6 тысяч долларов? Конечно, в идеале, конечно, в идеале. Купить вот такой автомобиль, как справа от нас, например, стоит. Великолепная BMW Z3. Но если у вас не хватает денег на Z3, ведь Z3 это все-таки игрушка, а не может быть единственным автомобилем в семье, особенно если семья большая, в ней есть ребенок, вы любите ездить на вылазку, то вам нужен будет большой автомобиль. Если у вас есть, скажем, 1070-80, вы можете купить новую пятерку BMW. Прекрасный автомобиль, красивый, очень быстрый, но в реалиях украинского рынка и украинской экономики дороговат. А вот если у вас есть хотя бы 5-6 тысяч, а лучше 8, то вы можете купить тоже BMW, пятерку, огромную просто. Конечно, желательно было бы купить Dodge Hellcat, ведь он просто прекрасен. Он просто прекрасен. Hellcat великолепен. Но даже если у вас нету на Hellcat, то вы сможете себе позволить прекрасный Ultimate Driving Machine. Real BMW. В общем, BMW. Все наверняка видели клип, в котором снялся Клайв Оуэн и Мадонна. Потрясающий видеоролик, который срежиссировал Гай Ричи. В нем много хороших актеров. Снят он прелестно просто. И там, естественно, в главной роли не Гай Ричи и не Мадонна. В главной роли там BMW 5 серии в 39-м кузове. Естественно, версии М5. 400 лошадиных сил и чудеса Голливуда превращают этот автомобиль в мечту всех мальчишек. Я тоже посмотрел этот ролик и мечтал, когда же я прокачусь на этом автомобиле. И вот мечта сбылась. Сегодня я впервые покатался на BMW вообще и на 39-м кузове в частности. Трехлитровый дизель, автомат, 2000 год, до рестайлинга еще. Еще нету тех самых ангельских глазок, которые так божественно смотрятся спереди, но и без того дизайн прекрасен. Я точно не помню, кто рисовал дизайн этого автомобиля, но в нем угадываются нотки, которые заложил еще Поль Брак концептом BMW Turbo. В 70-м году после него появилась шестерка BMW, настоящая акула E24. M1 тоже рисовал, подрисовывал. Изначально ее нарисовали для Lamborghini ребята из Pininfarina, но он нанес штрихи. После этого появилась 28-й кузов, 34-й, прекрасные автомобили. Дизайн настоящий мужской, прям все писают от него кипятком. Ведь этот дизайн подкреплен ездовыми повадками. Автомобиль просто создан для жизни в городе, для жизни на трассе, для чего угодно. Если вы любите ездить, если вам это в кайф, если вы хотите получать от этого кайф, вам обязательно нужен BMW. Mercedes там другой кайф, понимаете? Это да, конкуренты, все, но нет. Вот Audi это какая-то золотая середина. Они пытались угодить и публике из Mercedes, и публике из BMW, и все классно. Сейчас вообще все перевернулось с ног на голову. Говорят, новые Mercedes рулятся классно, а с комфортом у них есть проблемы. А у BMW наоборот. После 65-го кузова вот этот J30 и так далее, это все более комфортная тачка, чем спортивная. Не знаю, не пробовал, повторюсь, это первая BMW, на которой я еду, и здесь мне нравится все. Баланс комфорта, управляемости, динамики, азарта и ощущения от автомобиля здесь выдержан просто на отлично. Это как мартини со льдом и оливкой. Немножечко добавить сюда водки, и вы представляетесь уже Джеймсом Бондом. Здесь рецепт по-бондовски прекрасен. Ведь однажды в Бондиане с Пирсом Броснаном уже снимались BMW. Также BMW в последнее время является спонсором таких фильмов, как «Миссия невыполнима» с Томом Крузом. Все последние три фильма там в главной роли даже не Том Круз и Саймон Пегг. Там BMW, мотоциклы, BMW, мотоциклы, автомобили BMW. Все красиво. И я понимаю, почему. Ведь вот этот драйв боевиков, он сохранен в этом кузове. Это герой боевика. Это такой себе Брюс Уиллис от автомобильного мира. В общем, тачка мне очень нравится. И я вам ее рекомендую. Красная подсветочка, традиционно для BMW. Когда ты едешь на BMW. Твое лицо, когда ты едешь на BMW. Погнали! Как там говорил Джереми Кларксон? Мощность! В этом автомобиле есть мощность. Сколько фана дарит этот автомобиль, я не знаю. Я еще ни разу не ездил на автомобиле, который дарит столько положительных эмоций. Как она ускоряется, как она реагирует на движение рулем. Жалко, спидометр не работает, я понятия не имею, сколько мы едем.
Поэтому, в принципе, можно смело утверждать, что мы ничего не нарушили. Ну, как можно чего-то нарушить, когда спидометр не показывает тебе ничего? Значит, мы ничего не нарушили. Правда ведь? Есть автомобили, которые выбираешь разумом. Среди них большинство японских и корейских автомобилей. Ты понимаешь, что по соотношению цена-качество, как бы оснащение, вложение, стоимость содержания автомобиля, в общем-то, она тебе подходит. Тебе нужен большой салон, выбираешь машину с большим салоном. Тебе нужен экономичный мотор, выбираешь экономичный мотор. BMW, пешеходы везде странные. BMW это о другом, это выбор сердца. BMW это, особенно старую BMW в 39-м кузове, ее никак не получится просто у вас выбрать разумом, потому что это крайне нелогичная покупка. Она будет дорогая в содержании, она будет кушать много топлива, часто масла, если бензина. Она будет требовать к себе внимания по ходовой, по электрике, к ней будут вопросы. Но как только тебе захочется пошустрить на этом автомобиле, захочется проехать быстро, как только ты захочешь прохватить на этом автомобиле, ты сразу простишь ей просто все, все недостатки, все то, что она тебе душу выматывала на СТО. В общем, я понимаю людей, которые покупают BMW. Но чтобы их понять, нужно хоть раз прокатиться на BMW. Этот автомобиль провоцирует, и он платит тебе тем же, платит позитивными эмоциями, в нем очень удобно. Так шустрить, как на этом автомобиле, ни на одном другом у вас не получится. Он просто делает это с достоинством. Он был на это рассчитан, заточен. И маркетологи, и инженеры сработали в великолепном тандеме, и у них получилось прекрасное творение E39. Мне нравится. Perfect.